Так, у нас дальше Кармен. Кармен или что-то цыганское. А, очень интересно. Очень интересно. У любви. Как вас зовут? Марина. А вы? Ильясова Марина. А, вы танцевать будете сегодня? Нет, танцевать я буду в другой раз. Я буду петь. Так, 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 какую песню? У любви. Что-то такое страстное, пылающее, испанско-цыганское. Испано-цыганское, да, фламенко. Очень классно, очень интересно. Вы мне потом скажете, где такой костюм сшить, потому что я тоже очень хочу цыганский танец танцевать, вот, но все никак не доберусь до этого. Там немножко другой костюм, это костюм фламенко. Ну да, да, да. Такая горячая, жгучая смесь. Но на самом деле я жил... Цыганская кровь немножко, да, ну и там всякая горская, там разная, ну я, у меня вообще мама русская. Как интересно, вы, наверное, еще гадать умеете? Я вообще не люблю гадать, потому что это грешно, я вообще старообрядка. Ну вообще, да, да, правильно, конечно, это юмор был. А на ТВ-Шанти первый раз? Нет, второй. И как вам публика здесь? Мне здесь очень нравится. Я очень всех люблю. И желаю всем удачи. Спасибо, мы тоже желаем вам удачи. Нет, меня зовут Вера. Вот, мы вам тоже желаем удачи, хорошего выступления, творческих благ, чтобы вас заметил самый крутой продюсер. И дальнейших творческих успехов вам. Спасибо, спасибо. Низкий поклон. Спасибо.